Круто. Вообще. Фу, блин. Во. Вы что-то крутили? Да. Со стороны бы снять. Далеко ходили? Ну, не, не очень. Где-то там, по-моему. Ой. Ой. Ты похож на пряник. Да? Счастливый пряник. Счастливый, да, счастливый пряник. Стало. 78. Вообще. Как перегрузка? Слушай. Ну я так приготовился. В глазах темнело? Нет. Нет? Нет. Нет, что ты. Было, но в какой-то момент, да, как шарпей был. Шарпей, когда из автомобиля башка торчит, знаешь, такое, такое. Наверное, очень смешное. Не, ну это просто... Это до слез. Чеки. Вперед. Ну что, будешь летать? Я еще, главное, я еще так подумал, может еще раз Леху попросить. Потом думаю, мне, наверное, хватит на первого раза. А то черт его знает. Ну такой, когда... Перевернулся я. Опа! Думаю, вот можно это номер. Через кадушку прям на поворот ногу. То есть, так, второй сапог. Вниз головой, а потом вот оттуда как-то... Ага. А, мы вот так вот вышли. На земле нам вот нужно сесть. Чтобы, да, вышли, потом проработать. Вот так вот стали, потом перевернули. Так не делать, конечно. Потом вышли. Понимал, что происходит, да? Вот как бы сейчас, вот сейчас, если спросить, да, да, повтори как бы рукой фигуре, что, что было. Я запомнил только вот это, по-моему, два раза. Да, петля была. Бочка была, по-моему, потому что мы перевернулись. Вот. И что-то еще было. Что? Не знаю. Косая петля. Косая петля, да? Ой, блин, классно.